Этот виноград у нас всего лишь третий год. Вот началась уже ягода здесь маленечко. Но дело в том, что у нас лето было плохое, дождливое. И началась такая штука, называется мучнистая роса, или как ли она называется, в общем, что-то такое. В общем, снизу вот такая плесень. Вот. Некоторые эту плесень срывают просто-напросто. Если там можно, от нее избавляться по-другому. Вот у меня сено. Его было много-много. В полтора моих роста. Но потом я их интенсивно ее поливал. Она осела. Я потом еще столько же сверху натаскал. Она снова осела. И получилось уже вот сколько. Немного. Так вот, если его поливать, из него выливается, она уже перепревшая, вот такая вот жидкость. Вот эта жидкость, она собирается вот в эту в ямку. Вон она как темная-темная, такая темная-темная. Вот ее нужно собрать баночкой в ведро, процедить. Вот я набрал целое ведро этой жидкости. Это очень хорошее удобрение. И вот этим удобрением нужно опрыскать снизу листья этого винограда. А это виноград другого вида. Ему пофигу, никакие вредители, ничего ему, хоть бы чё. Растет себе, растет. Вот. Уже темнеть стал. Так что этот не обязательно его обливать там всякой всячиной этой. Вот он нормально. Но я думаю, вам этот совет полезный был.